Всем привет! Спасибо вам огромное за теплые слова поддержки. Ребята, я обязательно справлюсь. Я же сильная. Только на это нужно время. Кузька с нами. И я сегодня утром встала. И вы не поверите, сейчас показываю картинку для того, чтобы вы понимали о том, что он вообще с нами. Мы его здесь даже похоронили. А почему я показываю эту картинку? Потому что я сегодня выхожу, и смотрите, вот сидит. Я не знаю этого товарища. Да. Вот сидит. Охраняет. Куры у меня здесь ходят, я их выпустила. Вот именно. Правильно, чихуля. А еще, я не знаю, как к этому относиться, но мне почему-то от этого как-то стало легче. Я сегодня нашла в доме... Чихуля поет. Два листочка на том месте, где он все время лежал в коридоре и спал. Или наблюдал за мной, когда я была в кухне. Но, если, чтобы вы понимали, у меня декабрист растет и стоит на двух окнах. Одно окно в кухне за шторой, а второе окно в кабинете у мужа. И там тоже декабрист стоит за шторой. И как-то вот я правда понимаю о том, что он со мной. Я правда понимаю. Я не убирала пока ни корм, ни его место. И я понимаю, что он со мной. И от этого мне как-то чуточку легче. Но в сердце сейчас, конечно, большая дыра. Она со временем зарубцуется, останется шрам, но нужно пережить. Нужно пережить. Даже дышать тяжело сейчас. Ничего страшного. Я выживу. Я переживу. Спасибо вам еще раз большое за ваши теплые слова поддержки. Они мне, правда, очень сильно помогли и помогают. Ой. Тяжело. Но я справлюсь. Обещаю вам положительные от меня. Ой, у меня даже мысли путаются. Ой, я в первый день вообще не осознавала. Мне казалось, что он спит. Но так не бывает. Так не может быть, потому что накануне мы приехали за день. Это вот, это была встреча, как всегда. Он у меня, пока я дверь открываю, он за дверью все время говорил: «Оу!» А я ему говорила: «Заинька ты мой, ты что, скучал?» Вот. Обязательно виляние хвостом и поцелуй Кузькин. А потом он начинал носиться по всему дому, радоваться, что родители приехали. Ой, тяжело. Все, конечно, тяжело.
Справлюсь обязательно. И буду вас радовать положительными видео и заряжать вас положительной энергетикой. Потерпите только немножко. О. Вот огурчик нашла. Колючий. Спасибо вам, что вы у меня такие замечательные. Потерпите немного. Я ж как птица Феникс. Я обязательно восстану из пепла. А пока. Пока.